магазин. Добрый день, уважаемые покупатели. Магазин «Олимпия», город Екатеринбург, на выставке. А я, как обещала, вам сделаю небольшое видео, которое будет приурочено именно к этой выставке. Итак, это второй день. Вчера мы погуляли, посмотрели. Вообще выставка не очень большая, но именитые бренды, как «Манзони 24», кстати, работают очень четко, мне нравится, по кашмиру. Да, «Манзони 24» сейчас стоит как раз этих стендов. Дальше «Мичио Паяра», но это мировые лидеры, да, то есть в меховой индустрии. И я хотела бы сказать, что многие показы здесь закрыты. Объясню почему. Потому что они делают капсульные коллекции, которые действительно сохранены. Сохраняются модели, сохраняется дизайн. Да, и поэтому очень многие не разрешают делать видео. Ну, маленькие фишки, как бы, я вам все равно обязательно покажу. А вообще направление, то, что мы увидели, это, опять же, сохраняется кашемир с мехами, с чернобуркой, с соболем, с шиншиллой. Это все востребовано, и это будет работать на следующий год. Поэтому мы с вами в правильном направлении. Дальше, что бы я хотела отметить? Опять же, пушмина, чернобурка, песец. Все это востребовано и в очень ярких цветах. А еще я хочу вам сказать, что у нас будет сногсшибательная коллекция. Это будет новинка, опять же, которая, я думаю, что ни у кого нет. Я вам ее приготовила, и, наверное, скорее всего, в мае июне. Это будет яркая, стильная коллекция уже Лондон Тоскана и Мерино. Они просто шикарнейшие. Ну, а так, предпочтение, опять же, и производителей итальянских идет в направлении именно пушнины. Это, еще раз повторюсь, соболь, ница. А, это те же люди. Это наши друзья. Германия, Берлин, Берлино. Берлина, да. Мы Berlino. Вчера с ними были на стенде и писали. My new girlfriend. Yes. Thank you very much. Thank you. Вот. Это наши, да, друзья. Вы знаете, потому что абсолютно дружеские. Мы с ними писали на стенде. Они писали на Берлин, на Германию. Кто-то писал на Франкфурт. А мы писали на Екатеринбург, поэтому вот так. Да, и в продолжении нашего разговора, что хотела бы сказать, опять же, по меху. Фуксия зеленый, грин эппл зеленое яблоко, горчица желтый, все это присутствует в коллекции. Ну и, конечно, неизменное – это соболя рыси и также неизменное блэк-клам. Итак, мы стоим у стенда «Мичио Паяра», тут же в Манзони, очень много других марок, кстати, выставляются и греки в том числе. Поэтому все это для вас, и обязательно будем информировать вас и показывать все новинки. Ну а вообще капсула будет закрыта, следите за нашими репортажами, и как только новинки будут приходить и сохраниться, мы обязательно вам покажем. А вообще я хочу сказать, что коллекция будет сногсшибательная 100%. Если кто доверяет мне, нам есть чем вас удивить.